Эй, усяп, народ! Мы находимся с вами в драгдилер-симулятор. Это торговец ирисками, шоколадными, будем называть это так. Не, давай называть это сахар. Вот, торговец сахаром. Короче говоря, игра в дыме, в демо. Демо недоступна. Разрабы выслали мне его на запись, как бы, и... ну, как тебе сказать? По сути, это симулятор Люберец. Сейчас будем смотреть, что здесь есть. Русского языка здесь точно нету. Это уже то, что я вам могу сказать прям с лёд, прям сразу. Так, окей. Окей, ладно. Work in progress version does not pervert the final look of the game. Че это такое, блядь? Бердер, что тебя прессат? Окей, байрафал, кто-то там, бля. Ингаперишет в избове Кейпсиа. Михаил. Сиэл дил. Ебаный рот, что происходит? Yeah, fuck you too. Fuck you too. Луиса Альберто Кассадо. So. Here we are. Так вот и мы. The adventure is hot. Приключения горячи. Большой вопрос в чем? Это моя история или твоя? Together, давай выясним вместе. Давай. Got that blunt handy? Че? Кого блант? Я не знаю, что это такое. Так, окей. Мы, походу, ребят, с вами на Groove Street. Погнали. Что мне надо сделать? Red Oculus Music. Окей, да, допустим, я понял. Incoming hold tab. Эдди, Е. Эй, здорово. Я дал тебе вчера выспаться, но есть какие-то проблемы. Я жду тебя на сквере в моем месте. Чё-то там соберись и приёбывай. Чё-то там тап, свитч органайзер. Бля, хуй просышь. Так, тап. А, нихуя. Ого. Грэндма, доп, нинджа, что? Так, ладно, окей, я понял. У нас здесь есть одежда. Неплохо, обухнуть можно? Бля, бухнуть не дает, козлы, а. Open the door and the обычные будни какого-то там дилера по продаже сахара, да. Use key, open door. Все, я вышел, окей. Close door. А то хрен его знает. Придут, ограбят, так прыгать можно, бегать можно. Все понятно, в этой игре мне все понятно. The door is locked. Окей, ладно. Enjoy the curva wife. Так, понятно, где мы. Я начинаю понимать, где мы. Так, дверь закрыта, дверь закрыта. Есть что-нибудь? Да, открой дверь, сука, собака сутулая. Ага. Ебать, кактусы какие-то. А это нормально, что у меня картинка дергает? А, наверное, потому что... Так, подожди, там говорили М. Это что такое? Это что такое? Это мой дом, да? Друзья, куда мне? Нихера, карта так-то не маленькая. Да не маленькая. Во, мит Эдди. Так, нам прямо налево, направо. Все понятно. Так, это ты? Да, вот ты мне нужен. Эй, это ты? Говно. Въебать тебе можно? Не, нельзя. Так, ладно, это странно. Эй, чувак, ты где? Я пришел. Джи, мит Эдди. А, вот Эдди, наверное, да? Здорово, Эдди. Да, я заебись выгляжу. Не хочу седаун. Слышь, псина. Три пакета, говорит, где-то сахар меня ожидают. Так, понятно, нужно их найти, взять и идти в ноутбук. Не, нету. Drug sales through a laptop. А, темный, Darknet. Darknet одобряю. Не, на самом деле нет. Хотя нет, да, наверное, все-таки. Вот такая и непостоянная, камон. В смысле я сам найду? В смысле, где я найду три... Тут я... Типа, иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. В смысле, бля? Слышь, мне в натуре надо будет идти и искать закладки, ты понял? Ты понял, чем меня отправили заниматься, блин? Серьезно? Retry your first merchandise from a dead drop. Замечательно. Гениально. Так, где-то здесь, наверное... А, вон, смотри, крестик стоит. Чего? Item held too long in public containment and then up stolen. Он украден, да? Бля, здесь... Алло, здесь звизнули? Ого. Да в смысле украден? Вы задрали!
Где мне найти это три дропа этих? Так, 10 метров, вот здесь где-то. Climb up over. Не-не-не, спасибо, я сам дойду. Ну, какой классный рисунок, мне нравится. Нравки-лавки. Так, подожди, прям где ты... А, во! Во, нашел! Подожди, а как это взять? Так, сахар, пудра, все взяли, окей. Так, теперь идем к лаптопу. Подожди, это не мой дом. Что это, почему... Почему хата открыта, алло? А где я инкрипту возьму? Блин, ебать, у них задания сложные. Тяжелая неказиста, как говорится. Так, занято. Door is locked. Так вот мой дом, не? Блять, это мой дом, в смысле door is locked? В смысле, блять, door is locked? Это мой дом. Так, может здесь ход? Может я что-то... А, во, все, да. Че, я помню, где мой ноутбук. Так, это не моя хата. Сорянчики, пацанчики, это не моя хата. Так, окей, давай. Что надо сделать? О, выключил свет. Ебать, ну у меня и шумные соседи, прям как в настоящей жизни. Всем конферм, блядь. Конферм. Все, плюс 200 экспы. Изи, сори. Так, что надо сделать-то? Может, куда-то заложить, а? Вон, прям здесь. Короче, я выхожу сейчас. Он прям где-то тут, да? Давай смотреть. Нам надо назад и налево, получается. Вот здесь он. Вон он стоит. Climb over. Так, you got what I need? Yeah, here it is. Половинку? О, accept. Accept. Хорошая магия. Крепкая. Здравствуйте. Ех. А что тебе надо было? А, во-во-во, все, я нашел, я понял. 5 грамм. 5 грамм сахара, accept. Блин, вообще 5 грамм сахара гораздо дороже стоит, на самом деле. Так, здесь что? Надо сюда зайти, не? Блядь, 4 метра, так, куда это идти? О, что это такое? Так, ладно, окей. Ну, такой себе городок. Не самый лучший метод для заработки денег, продажи сахара, на самом-то деле. Так, он где-то здесь должен быть, где-то, блядь. Во, здравствуйте. Чё, transition risk low? Это типа, что меня спалит риск, да? Accept. Всё, easy. Level 2 on your own. Всё, easy, sorry. Easy, sorry. Куда? Вон, восклицательные знаки. Ох, ебать, здрасте. Yeah, what I do you need? I want to buy something. Подожди, а что мне надо-то? Так, ибупрофен здесь есть. Вот нахрен мне ибупрофен. Окей, sure, goodbye. Так, ладно, ордер... Так, мне нужен Эдди. Короче, для этого нужно домой воротаться. Ладно, в принципе, здесь локи-то небольшие. Я уже практически все запомнил, куда мне надо бегать. Ебать, музло херачит. Так, ладно, а где мне с Эдди? На лоптопе? Не-не-не, мне лоптоп нужен. А, вот Эдди, да? All right, карта made them sales. Make an order. Подожди, что надо-то? А, надо вот так, да? Ад. И вот так вот. Ад. Все, ордер. Все, окей. Все, теперь мы идем и опять ищем, да? А, мы ждем. Ждем большую посылку. Я поспать могу, например. Так, замечательно. Ладно, 120 есть. Пойдем к Эдди, наверное, да? Да, вон Эдди открылась. Так, ладно, господа, значит, нам нужно найти для начала, точнее, отдать бабло. Я знаю, куда идти отдавать бабло. Я уже опытный, как говорится. Здесь сейчас мы все сделаем. Я помню... Блин, не туда побежал, да? Понимаю. Анатолий молодец. Так, Эдди, я все принес, Эдди. Пс. Эй, парень. Да-да-да. All right, get out of here. Think. Okay, okay. Просто потихой. Так, погоди, а где мне теперь что искать? Не, экспириенс, это, конечно, классно. А где мне что теперь искать? Так, ладно, у нас есть заказ, господа. Я так понимаю, доставочка пришла, да? Все вовремя, все нормально, все без опозданий. Раскройте 4 сейлс. Не, погоди, мне сначала надо все забрать. Где-то здесь должна быть наша закладочка чудесная. Где она? Где она? Где ты? Где ты? Где ты? Где? Так, подожди, клаймбовер, она должна быть где-то внутри, да, я так понимаю. Эй, пацанчики, есть что?
А если найду, бля? Вот здесь. Где моя закладка? Сахаром. Так, все забираем. Отлично, наконец-то. Господи, как все тяжело. Чё, звонок, да, давай. Чё надо, иди? Говорит, выслали полицию на улицу. Говорит, патрули теперь шмыгают на улицах. Будь бдителен. Бля, в натуре патрули же еще. Что за восклицательный знак? А, и что надо? The workstation. Так, сейчас разберемся. Drug placement. Так, да. Во! Так, что надо сделать-то? Put drugs and... Так, окей, мне нужно вот это вот, допустим. И чё? Now you need some equipment. Hit up again. To cycle... Так, давай, значит, маленькие. Значит, большую одну. Well done, now we'll put substance. Так, подожди, а как это? А, вот. Так, левой кнопкой мышки. Так, вот, правый. От субстанции. Подожди, стой. 8 ебучих часов спустя. Так, все, я понял. Я разобрал, что надо делать. Бля, это очень трудно. Это очень трудно, я тебе серьезно говорю. Так, что у нас в инвентаре в итоге? Понятно, это разгромовка. Отлично, мы еще научились сейвиться. Замечательно, мы еще и сейвиться научились. Обожаю, сука, сейвиться. Так, погоди. А нахрен мне это надо? Package продукт. От ту инвентарь. Почему я не могу? New package, 5 грамм. Create. Ту инвентарь. Окей. Это расфасовка, да? Package продукт, 10 грамм. New package, 10 грамм. Create. От ту инвентарь. А, во, все. Все, теперь no containers left. Теперь нам нужно идти искать новых клиентов. Я понял. И, короче, мы здесь так качаемся, одеваемся и делаем все... делаем все по плану. Ладно, ребят, если тебе понравилась эта игра, обязательно оставляй свой лайк, комментарий, не забывай мне об этом писать, и как бы, ну ты понимаешь, тогда выйдет второй видос. С тобой был, как всегда, я, Анатолий Следователь. Всех люблю, всех целую, всем пока, ребят.